В этом бою победу одержал Бедраков Антон. У нас стал известен первый финалист Митраков Антон. На ковре номер 2 выясняется, кто станет его оппонентом в финале. Атабаев Беслан или Юлдашев Амир. Юлдашев Амир уже стал серебряным призером. Сегодня первый абсолютно в разделе Ди. Коля Кузьминки готовится к схватке за третье место. Поднимайся на него, лежи там. Поднимись, лежи. Пошел, андерхук бери.
Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Время, 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 время. Нормально. В этой тяжелейшей схватке победу одну. В этой тяжелейшей схватке победу одержим Югасбаев Амир. Там попытки, а? Не уходит в нашу страну.